Крупнейшая российская выставка World Food 2022. Находимся здесь среди лидеров, которые обмениваются опытом. С одним из них прямо сейчас и познакомимся. Это Екатерина Рыжкова. Здравствуйте, Екатерина. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, расскажите о компании, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся упаковкой, плюс мы еще производственная компания, мы поставщики и производители упаковки. И основные дистрибьюторы по упаковке, профессиональной химии, инвентаря и все, что касается расходных материалов для ресторанов, хорики, производственных компаний и так далее. Да, скажите, пожалуйста, как долго компания представлена на рынке, какие заслуги есть за это время? Компания представлена на рынке более 21 года. Заслуг много. Мы открыли собственное производство. Мы работаем с разными сегментами новыми. Плюс мы еще работаем по всем направлениям, которые интересны, да, клиенту. И работаем на спрос клиента. То есть мы видим спрос клиента и начинаем развиваться в этом направлении. То есть вы как будто бы так можете подстроиться под любой бизнес и предоставлять ему решения? Да, конечно. Мы с клиентом стараемся идти вместе с проектами и им помогать открывать вместе с ними проекты. То есть мы не просто сопровождаем клиента, а именно делаем тот сервис, который нужен клиенту. А скажите, пожалуйста, широко ли представлены вы в России? Возможно, где-то за рубежом с кем-то сотрудничаете? Да, у нас 20 филиалов по всей России. Мы делаем в разные страны, в разные города доставку. В этом у нас ограничений нет. У нас во всех 20 филиалах есть собственные склады, собственный автотранспорт, собственные филиалы, где есть люди, которые работают на обеспечение как раз наших любимых клиентов, чтобы они приносили прибыль как на рынке, так и всему рынку. Скажите, пожалуйста, Екатерина, а сегодня вы здесь представлены в качестве гостя или все-таки участник? Нет, я посетитель, да, мы расширяем. У нас очень много здесь представлено Ирана, Туркменистана и так далее, да, новых игроков на рынке, с которыми мы знакомимся. Мы с ними прорабатываем новые проекты, где мы будем также представлены и с ними открывать их новые ключевые точки на рынке. Спасибо большое, Екатерина. Надеюсь, что все планы вашей компании осуществятся. Да, спасибо большое.